Итак, ребята, мы начинаем семинар, мастер-класс от Ксении Счастливой. Давай. Короче, ребят, теперь вы задавайте смотрите, вопросы. Не он надо, это что, я нарушаю политику компании. Нет, у меня есть энерджи вот здесь. У меня здесь еще, не показываю. Оп. Когда нет еды, я ем энерджи. Ладно, все. Хорошо. Все, ребята, задавайте конкретные вопросы. Отдаю вас в руки прекрасной Ксюше Счастливой. Ксюша. Жгу. Ребят, все, наконец-то. Давайте на самом деле. Все, поехали общаться по бизнесу. Кому вообще интересно? Кому интересно это все? Задавайте мне любые вопросы. Сейчас я выгоню Гостюнину отсюда. Вот. Я внимательно все слушаю вас. Energy диет, что такое? Ты заманила Игоря? Нет, абсолютно нет. Мы с Игорем, у нас дружеские отношения. Компания, расскажи про состав. Слушайте, про состав, что вам рассказать? Вот смотрите, такая вот банка, да? Состав не идеальный. Все витамины, минералы, жиры, углеводы, ферменты, аминокислоты, все входит. То есть в одной порции, съев ее, да, утром, там, днем, вечером, вы абсолютно... Ваш организм абсолютно напитается всеми... Так, помедленнее, всем необходимым для отличного существования целый день. То есть присутствует вся суточная норма витаминов, минералов, аминокислот, всего, что нужно организму вашему. В чем отличие от Гербалайфа? Слушайте, ну отличие огромное, ничего не буду говорить против Гербалайфа, да, никакого. Вот, но это единственное у нас функциональное питание, которое именно сбалансировано, да. Гербалайф, насколько я помню и знаю, это обычная целлюлоза, да, от которой ты набиваешь живот, заливаешь это все водой, да, после чего кушать хочется еще больше, и ты поправляешься еще больше. Что дальше будет после заказа продукта? После регистрации вы активируете свой контракт, вы пробуете, узнаете продукт. После этого вы получаете все наши секретные материалы, которые разработаны ребятами, которые зарабатывают, ну так, около 5 миллионов рублей в месяц. Вот, и все, и мы начинаем с вами работать. Ты знаешь, к сожалению, тогда, если ты не хочешь есть, я не знаю, как ты можешь заниматься тем, что ты... Как можно рекомендовать то, что ты не ешь и тебе не нравится? Скорее всего, у тебя вряд ли что-то получится. Вот, но приходи, пообщаемся. Вообще, я могу сказать, что все лидеры, да, все кушают Energy Diet. Вот сейчас я не могу даже себе представить, насколько и как я могу заменить этот продукт чем-то другим. И Ксюша права. Я тоже не знаю, чем заменить. За что отдать Хаймер Сацулину, не знаю. Давайте на самом деле, даже что больше не про продукт, ребят. Продукт, я могу вам сказать, продукт вкусный, от него есть результат. Я не химик, я не медик, я знаю, что он полезный, правильный, да, то есть все люди получают от него результат непосредственно в продукте. Я думаю, что самое правильное будет, что каждому из вас, да, приобрести баночку этого продукта, разобраться с ней, попробовать ее, и я думаю, что так самое правильное будет сделать, да. Я могу ответить за себя, у меня есть и был на нем очень крутой результат, да, я хотела скорректировать вес, у меня это получилось. А, тут... В зависимости от того, что вам интересно, да, в этом, да, то есть вы потребляете этот продукт. Не успеваете вы утром покушать, да, то есть утром очень 99% населения просто не успевает, а просто не хочет. Я пошел тестировать вкусы у других менеджеров всех, я сейчас все вкусы перепробую, я на диет и скажу, какой самый вкусный. Ну он сумасшедший. Так, Игорь, нет, он отошел. Давайте, может быть, про бизнес расскажу, как можно на нем много денег зарабатывать. Что происходит после... Я из Санкт-Петербурга. Буду помогать абсолютно, буду вести, доводить до вас до результата. Звезда, ДС, ДТ, будем получать Мерседесы, кайфовать вместе. Сейчас у нас будет проект, который организовывают наши лидеры, да, топ-лидеры, Слава Шарк и Димит Резин.
Вот мы летим сейчас на Бали огромной тусовкой в мае месяце. У тебя еще есть возможность к нам присоединиться и отдохнуть с классной, крутой компанией, да, тусовкой. Все, что надо сделать, просто перейти по ссылке, да, по Игоря, зарегистрироваться, активировать контракт, попробовать продукт, следующее, получить информацию, да, и начать работать. Моя поддержка вам полностью во всем обеспечена. Абсолютно этим не занимаемся. Кто хочет, тот приходит в бизнес, зарабатывает деньги. Кто не хочет, тот не приходит и не зарабатывает. Слушайте, ну, наверное, побеждает абсолютно точно, да, но бабло, оно разное, да, есть. Есть оно честными способами, да, есть оно нечестными способами. Я вам могу сказать, что в компании Nail International все абсолютно честно. То есть деньги тут, они не сыпятся, они не падают с неба, да, то есть ты приходишь, и тут надо работать. Ты не пришел сюда и не стал миллионером, да. На это уйдет и время, конечно, да, и силы приложить в этом придется. Но я вам абсолютно точно во всем помогу, можете рассчитывать на мою помощь во всем абсолютно. Нет, на самом деле это действительно бизнес, это сетевой бизнес, это очень крутой бизнес, да, который существует очень много лет, да. Что касаемо компании Nail International, вот мы сейчас отметили 15 лет, да, в Москве, в Крокусе было 5000 человек, и я думаю, что вряд ли 5000 человек просто приехали ради того, что это разводняк и все остальное. Как с нами работать? Зарегистрироваться, активироваться, попробовать продукт, разобраться в нем, изучить материалы и начать работать. Все расскажу, как что делается. Почему Игоря отдала другому наставнику? Никуда никого не отдавала, Игорь мой. И Игорь мой, правильно поймите, да, как Игорь мой, да? Игорь мой менеджер. Остальное все у нас дружеские отношения. Вот, мы только работаем вместе, поэтому... Ну, Игорь очень крутой, если его направить в правильное русло, да, и все будет круто. Какие инструменты, в чем смысл? А, смысл в том, что инструменты у нас классные, крутые, но они секретные. И чтобы их все получить, да, я сказала алгоритм работы, который надо сделать. Мне абсолютно неинтересно рассказывать вам все инструменты, да, чтобы вы пошли куда-то в другое место и их использовали. Эти инструменты только для нашей крутой структуры, и все вы их получите абсолютно точно. Это все бесплатно, абсолютно. Регистрация 0 рублей, 0 копеек. Далее вы приезжаете ко мне сюда, в офис Nail International на Невский проспект, или мы с вами работаем удаленно. Я оставлю все вам свои контакты, данные, да, и все остальное, да, чтобы мы могли с вами работать. Без... Где регистрация? Регистрация... Вы заходите в Инстаграм Игоря или в любые паблики Игоря, регистрируетесь, активируетесь. Он стал реально фанатом продукции больше, чем я. Да, я держим. Я люблю очень, на самом деле, банан. Вот смотрите, я обожаю, я фанатка банана. Ой, банан. Все, я фанатка шоколада. Где контакты, оставишь и данные. Сейчас после того, как мы с вами пообщаемся, все появится у Игоря на всех страницах, все мои контакты, все, да, вообще все данные, все он сделает, так как он мега-мозг в этом, да. Все, что от вас требуется, ребят. Просто зайдите, поинтересуйтесь, что такое компания вообще, сколько людей в первой линии должно быть, да сколько угодно, да, сколько хочешь, столько и должно быть. Чем больше людей в первой линии, тем больше бонус наставника ты получаешь. До работы в Nail International я работала начальником отдела аренды в одной крупнейшей компании. А до этого я жила в Европе. Ребят, Ксюша реально шарит в бабле. Она занимала крутые посты. Да, спасибо большое. Мне очень приятно на самом деле. Ксюша, можно я скажу? Возьмите, девчонки, кто, короче, веганы и кто, ребята, веганы, возьмите себе vegetable, вот эту тему. Блин, реально вкусно. Я сначала ее... отодвинул на задний план, а теперь это один из моих любимых продуктов. Кстати, вы покупаете себе здесь 15 порций по 148 рублей. То есть суп для вас будет стоить 148 рублей. Понимаете, откуда цена 2200? 15 дней вы будете кушать суп.
Да, если суп на самом деле суп. Говорят, что очень вкусный, но я фанатка. Тон, и готово. Я где жила в Европе, в Италии я жила. Суп, да, суп за 2200, если быть так точнее, но в одном супе, да, у тебя 15 порций, 15 полноценных порций. То есть, следовательно, порция у тебя еды сбалансированной, правильной, получается 150 рублей. Вот мне честно, покушать дешевле, чем на 150 рублей, я бы даже не стала просто реально этого делать. В Италии, да, в Италии все белковое. Знаете, тут составы есть, да. Есть кое-что, на самом деле, в которое не входит белок сои, да, но в основном во все. То есть состав можно разобраться и почитать. Честно вам скажу, мне... Вот как нормальному обывателю, как человеку просто, мне вообще не интересен состав. Ребят, вот я не верю в то, что вы, приходя в магазин, вот просто приходя в магазин, что вы берете банку какую-то, чего-то и начинаете изучать состав. Ну, я не поверю абсолютно в это никогда. Так же я, как обычный нормальный человек, да, не имеющий отношения, то есть, к нутрициологии, ко всему остальному, да, я просто взяла, попробовала продукт, он мне оказался вкусным на все 100%, и я получила от него результат. Все. То есть... Много у меня людей в первой линии, сейчас даже не могу сказать на самом деле сколько. В структуре тоже достаточно. Грудки с гормонами, 100% абсолютно, вообще полностью согласна. Кто говорит, что цыплята и все остальное, да, хорошее, ну не так это все нехорошее. Игорь, простите, сколько... Я в этом бизнесе не очень давно, но квалификация у меня закрыта. Я, можно сказать, что начала его, в принципе, наверное, ну, с квалификации звезда. Первый же месяц. Состав не считают только алкаши. Ну вот я честно скажу, что я не вижу вот так вот, заходя, например... Хотя нет, заходя, вот у меня сейчас есть два любимых магазина, да, в России. То есть «Гирлянда» и «Азбука вкуса», но только там, да, я покупаю что-то. В принципе, иногда я читаю состав, да... Но крайне редко, абсолютно. Игорь всегда смотрит. Слушайте, ну Игорь профессионал своего дела. У меня есть такой товарищ в команде, еще один, да, Андрей Шмидт, если вы его знаете, да. Не знаю, смотрит он сейчас или нет. Андрюх, прости. Вот это был вообще мой второй человек в команде, да. Кто меня привел в НЛ? Ой, ребят, слушайте, такой вопрос на самом деле. Кто меня привел в НЛ? Слушайте, мне подруга посоветовала... Как это сказать? Она похудела, я увидела результаты. Я у нее спросила, что да как. Я отдыхала в этот момент в Египте, как раз в отеле Риксос, кто знает, да, набрала там достаточно, ну что там, только кушать, да, вот, увидела подруги результаты, и она сказала: Ксюха, ешь вообще весь Риксос, приедешь, все скинем. Все, я приехала, себе приобрела достаточно, там, не знаю, 12 банок, по-моему, сразу, я просто не знала, что мне понравится, что нет, да, пришла в магазин просто и купила, да, все, и потом через какое-то время в Питер приехали Олег и Аня Черняховские. И меня просто подруга выгнала к ним на встречу. Я вообще не понимала, зачем я сюда пришла. Я сходила, и цифра, которую они мне назвали в месяц, да, 1,5 миллиона рублей в месяц, и чек у нас столько растет, была для меня такая, что у меня через месяц я должна была улетать обратно за границу жить. То есть у меня там я планирую, да, продолжить свое обитание. Но вот эта вот цифра меня сподвигла на то, что надо остаться и реально заработать много денег. Все, вообще приглашаю вас всех к нам. Я думаю, что вместе мы сделаем очень много всего и очень крутого. У меня очень сильная, классная команда, да. То есть наставники очень такие хорошие, вот, которые зарабатывают огромные деньги. Все открытые, все приветливые. То есть будем работать с вами и с вашими людьми на все 100%, даже 200%. Нет, квартиру не снимаю, квартира у меня есть, я петербурженка. И квартира и не одна у меня есть. Нельзя, конечно, такое говорить, но все у меня нормально в жизни. Пришла я в этот бизнес не от того, что мне кушать нечего, а пришла я в этот бизнес от того, что здесь реально можно много заработать денег. Давай, ой, так, давайте дальше.
типа сама всего добилась, да. Как зовут генерального? Генерального зовут Дмитрий. Он красавчик, согласна, да. Щечки, да. Щечки нормальные, отъела. Вот каждый день сажусь на старт. Просто знаю каждый день, что похудею за месяц очень-очень сильно. Поэтому каждый день кушаю. Вечером иду в ресторан, и помимо правильного питания заканчивается все десертиками. Что за бизнес? Бизнес сетевой. Сетевой бизнес. Пригласи друга и получи процент. Она с гостем мутит. Нет, с гостем она не мутит. Абсолютно вообще не мутит. Мы с ним просто дружим. Мы с ним дружим, мы с ним общаемся. И все. Хаммер Цацулина, он сам все решит, потому что я в структуре Олега и Ани. Ой, привет, супер, вообще классно, приятно познакомиться. Олег и Аня крутые вообще ребята, поэтому вообще смотришь на них и хочешь такого же успеха. Главное еще парня найти и с ним вместе все это делать. Как быстро можно заработать? Напиши мне, пожалуйста, после напиши мне в личку, мы с тобой все обсудим. Я местная, судя по разговору, но я жила долгое время в Италии. Рома Зубченко приезжал. А, ты Рома Зубченко, структура. Все, я поняла. А я немножко другого человека, структура. А, сильно пахать нужно. Ну, пахать, понимаешь, пашут, наверное, в поле. Здесь надо работать головой и делать все. Все за тебя продумано, придумано. Все абсолютно. Просто надо начать и работать по алгоритму, и все будет, абсолютно все. И деньги, и Мерседес, и классные тусовки, и все абсолютно будет. Олега и Ани же, не поняла, извините, вопрос. Сдала Шмидта. А, вы знаете, ну, как бы Шмидта не сдала, но он у меня в первой линии. Он был вторым человеком, который оказался. Он тоже там чемпион мира, восьмое. Я люблю чемпионов вообще по всем видам спорта. Мне нравятся люди, которые добиваются успеха. Вот. То есть я вообще стремлюсь к таким людям. Я смотрю на них и думаю, если он добился успеха там, он добьется успеха абсолютно везде. Главное, это дело времени, да. Значит, с такими людьми надо работать. Знаю, что Рома Зубченко в структуре Олега и Ани. Очень крутые тоже ребята вместе с девушкой, они забрали вот Мерседес. Знаю. Все это знаю, все виделись. Виделись все, мы видимся, общаемся нормально, да, нету ничего у нас такого, то есть, чтобы как-то мы не дружили и не общались. Что ты уже всех в себя влюбила, я смотрю. Есть перископ Игоря, сам говорит, что Мерс на... А, вы знаете, нет, Мерс это все правда, это все... Хаммер это тоже все правда. Хотите, ага, мне только кредит оплатите. Ксюша, в Тай едешь? Ну, сначала я еду на самом деле... В Тай на обучение ты имеешь в виду? Ну да, я если... Я не понял, это что такое? Ты нет, про бизнес говоришь или про то, как ты в Таиланд хочешь Тай ехать? Тай это обучение, если ты... А, я понял. Это вообще... А меня в Тай? Ну, ты тоже поедешь. В Тай не знаю, на самом деле. Я планирую ехать обратно жить за границу, да. Но Рим. На Бали полечу точно с нашей тусовкой. На вечеринку в мае. Да, полечу. Протпечень сажает, а еды нет. Вот отличие. Ну, если мы говорим про протеин, конечно, абсолютно все это... А, ну давайте, да, расскажу. Даже я стала чуть-чуть асом. Да, я даже чуть-чуть стала асом, да, разница протеина и вот этого, да. Это функциональное питание, где все сбалансировано, да. Протеин, там огромная консистенция, да, именно белка, который сажает печень. Правильно я говорю, спортсмены или там кто, нутрициологи, ответьте, пожалуйста. Вот я это позиционирую именно так, да, когда у меня что-то спрашивают. Слава Шарк. Естественно, он у Ани и Олега Черняховских. Слушай, деньги не главное в жизни, но деньги составляющая для хорошей жизни, а я люблю жить хорошо. Сделай совместный эфир с Борисом.
Борис. Не-не-не, он пьет постоянно на самом деле еды даже больше, чем я удивляюсь. У тебя не стоит от протеина? Ой, слушай, ну я не знаю на самом деле как. Может быть, это не в протеине дело? Я не знаю, это я не говорю, что не стоит. Это мне сказали, я случайно прочитала. От протеина не болит печень. Димит под славой. Что такое ЕД? Вот, смотри, что такое ЕД? Это Energy Diet. Функциональное питание. Состав его. То есть можно почитать, да, про его состав, в который входит абсолютно все, что нужно организму, чтобы отлично существовать, быть красивым, классным и вообще... и харизматичным, и зажигалкой, и чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Вот у меня никогда в жизни не придет в голову, да, написать человеку никакую гадость в комментарии, да, вот у меня просто нету реально на этого времени. Я не понимаю людей, которые вот берут и вот начинают какие-то гадости писать и говорить, зачем вам это? Вот просто объясните, зачем? Человек, когда он счастлив, у него все хорошо, у него вообще в округе, везде все хорошо. Спасибо за милую шепелявлю. Кстати, у меня образование телеведущая и тележурналист. Функциональное дерьмо. Ага, продаю мне за Игоря больно. А что такое, за что ему? А ему нет. И все хорошо. В Европе работаем, да. Напиши, пожалуйста, мне после, я тебе расскажу, как и что мы работаем. У меня есть структура в Италии, у меня есть структура в Германии, у меня сейчас выходит структура, будет выходить, создам я сейчас структуру в Америке. То есть работаем, да, конечно. И сейчас я уеду в Италию и буду ее очень качать, очень круто. Вот. Еще хочу выйти на Францию со своей структурой, потому что вообще во Франции этот продукт производится. У нас производство во Франции, Игорь там чего-то бегает. Сейчас там Игорь что-то мутит непонятное. Ну ладно, я на еде сушился, ну и как? Я обзывала Серегу, ни в коем случае не обзывала никогда. То, что я сказала, что он не симпатичный. Это сугубо личное мое субъективное мнение. Можно, пожалуйста? Зарплата хорошая. Для того времени, сколько я работаю в компании, зарплата у меня хорошая. В бизнесе третий месяц, третья звезда. Хочу в команду. Напиши, пожалуйста, мне после. Будут все контакты, конечно же, с удовольствием. Я только за. Хочу сильную, классную первую линию и много-много денег. Начинающий будет зарабатывать... ребят, звезда, да, все. Угу. Хаммер для лохов, соя для пацанов. А в чем заключается работа? Расскажу, в чем заключается работа. Сетевой бизнес. В чем заключается? Почитай пока, что такое сетевой бизнес. И дальше мы с тобой обо всем пообщаемся. Родинка секси. Спасибо, да. На протяжении всей жизни она мне помогает. Почему невероятно, что 3 месяца? Ну да, я тут улетала как бы за границу. Ты идешь делать общее фото? Нет, мне так нравится. Общее фото будешь делать со всеми менеджерами? Я вот хочу пообщаться. Компании. Нет, не буду. А мне нужен фото... Мне нужен телефон свой. Как относишься к... Можно я твой тогда возьму? Мой телефон? Он щелкнет хорошо? Он лучше, чем твой щелкает. Ну тогда давай я сфоткаюсь на твой. Сейчас, ребят, простите, пожалуйста. Я решил сделать общую фотографию. Спасибо. Он творит, не знаю, что в этом. Но, Вале, так, какая будет зарплата новичка? Слушай, ну, 20-30 тысяч в первый месяц мы выйдем.
На 20-30 тысяч, я думаю, мы с тобой выйдем в первый месяц, если будешь все делать так, как я тебе говорю. Конечно, такой бизнес разрешен вообще на самом деле. Ребят, если вы не знаете, то очень много, немного, 90% Японии миллиардеров сделали бизнес именно на сетевом. Да? В Америке знаем мы лидеров, да, миллионеров, которые тоже сделали это именно на сетевом бизнесе. Сейчас все это творится, происходит у нас тут. Компании 15 лет уже, да, очень крутая компания, разваливаться не собирается, там же ничего происходит. Игорь собирает всю компанию и решает из нее сделать одну структуру, похожее дело. Ну, пусть делает. Как тебя найти ВКонтакте? Обязательно в конце все напишу я, и все как бы будет. Что тут происходит, да? Не знаю, сделайте нормальный... Покажи ребятам, что происходит. Вот я показываю, в Америке давно... А, вот, пожалуйста, что тут происходит, все классные, клевые, будет у нас такая общая фотография. Решил Игорь... Что он делает? Я не... А, он хочет фотографировать всех менеджеров разных структур. Да, мы вам надерем жопу. Он хочет фотографировать всех менеджеров разных структур, но как бы... В общем, Игорь творит непонятное что. Но, видно, он видит и знает в этом смысл. Даша сбежала вовремя, не знаю, кто это. Все, сфотографируй, пожалуйста. Я не могу, я занята. В Одноклассники нет у меня, честно говоря, в Одноклассниках. Игорь ничего не курит. Он... Игорь сказала, что Серега урод. Это же... Я не сказала, что Серега урод. Я сказала, что Серега не в моем вкусе. Это лично мое субъективное мнение. Для меня он не красивый мальчик. Это мое мнение, да, все, что я сказала. Как мало того, что он некрасиво разговаривает и некрасиво оскорбляет продукты. Я считаю, что любые оскорбления чего-либо вообще наказуемы. Вот, поэтому если ты не кушаешь, да, Energy Diet, то зачем оскорблять? Я не понимаю просто этого. Ксюш, покажи, что делается тут в офисе. Все хотят сфотографироваться с Игорем Гостюниным, абсолютно все. Подождите, еще с Energy Diet, потому что он его защищает. Так с моей баночкой фотографируется. Никому не интересно учить других, как зарабатывать. Интересно учить, так как это сетевой бизнес. Мне интересно, если у моих менеджеров все будет хорошо. Я приложу максимум, ребят, к этому усилию. Я, мои наставники, топ-лидеры, да, которые зарабатывают деньги. Не надо так хлопать, пожалуйста, банками. Да? Ну, аккуратно, не общение. Можно спокойно взял и пошел. Так, народ, вы... Я не грозная, я очень добрая и хорошая. Просто я понимаю, что если ты пришел заниматься делом, надо заниматься делом. Тебе интересно? Мне интересно, потому что если хорошо у моих менеджеров дела, хорошо дела у меня. Также хорошо, на самом деле, если хорошо дела у меня, также хорошо у моих наставников дела. Я все для этого делаю, чтобы у меня были дела хорошо. Игорь, Сонька начитался... Сложная. Работа несложная, если выполняешь все по алгоритму, который у нас прописан, да, работа несложная. Надо просто делать так, как делают лидеры и наставники. Все будет хорошо. Ксюша, у меня только что была минута славы, я теперь собрал команду всех менеджеров офиса Невский 104. Ты зависишь от людей, которых пригласишь. Конечно. Я ни от кого в этой жизни не завишу. От меня, Ксюш, как ты от меня? Твое настроение от меня зависит. Сейчас я вам знаю... твои девушки какие-нибудь посмотрят, ревновать будут, не трогай меня. Моя девушка знает, что я ей принадлежу. Игорю долго встречу проводила? Ой, слушайте, на самом деле это такая интересная тема. Ровно 5 минут. Ровно 5 минут Игорь провела встречу, и он был в моей команде. Не фотографируемся на фоне. О, давай на фоне подписчиков. Я еле читаю, какое у меня образование.
Какое у меня образование? У Ксюши три высших. Три высших. Я серьезно, у нее три вышки, я сам в шоке был. И три диплома красных, да. Грамотно концепцию бизнеса. Бизнес очень крутой. Единственный, наверное, сейчас, куда может прийти человек, который учится, человек, который только закончил образование, бизнесмен или любой другой человек, который хочет начать зарабатывать. Это единственный бизнес, в котором можно выходить на реальный доход в короткие сроки. Это твой бизнес. Ты приходишь, начинаешь строить свой бизнес. Сколько ты работаешь, да, столько ты зарабатываешь денег. Какую ты команду себе набрал, да, как ты учишь, как ты обучаешь, вот в этом и заключается. Много воды. Почему крутой? Все менеджеры это слово говорят. Ну, потому что крутой, да, все как-то вот научились говорить так, да. Классный бизнес, буду другой. Действительно, ребят, это очень классный бизнес. Круче нету бизнеса абсолютно. Это единственный бизнес, в котором ты без вложений, да, можешь выйти на реальный доход, не вкладывая вообще, вложив ноль. Взнос, как бы вам объяснить получше? Вот вы когда идете в магазин, вот, извините, сейчас не буду читать, а отвечу на вопрос, да. Вот, когда ты покупаешь себе продукты, да, когда ты покупаешь себе средства для лица, для тела, для кожи, для, там, чая и все остальное, это ты что, вкладываешь? Ты просто покупаешь себе продукцию. Тебе надо разобраться в продукте, прежде чем начать его рекомендовать. Нельзя заниматься тем, что ты не знаешь. Как вот у тебя народ спросит, что это, а ты скажешь, не, я сама не ем, не пью, но тебя приглашаю в бизнес. Вот все лишь для этого. Как Гостюнина подписала, 5 минут не удалось рассказать ему встречу. Приходи, тебя также подпишу. И, а потом мы разобрались в продукте. И все. Мы посмотрели. Я ему рассказала, где этот продукт, да, производится и все остальное, что это действительно качественный, классный продукт. И это действительно бизнес, на котором, в котором можно делать огромные деньги. Мне так сидеть надоело. Пойду. Надо еще 5 минут, я могу дольше. 105 минут. Гостюнин дал 9 косарей. Ксюша, а как ты пришла к этому? Сфоткать. Все хотят сфоткать. Все хотят сфоткать. Именно как бы. Не селфи, а вот именно. Не, я не могу, извините, я занята. Это очень дорого стоит, чтобы я сфотографировала. У меня тут люди, народ. А я знаешь, какой вообще бесценный. Так, тебя Даша за Миронова поломает. Не, не надо меня ломать, пусть она себе оставит Миронова. Гостюнин всего 5 минут. Да, за 5 минут я подписала Игоря Гостюнина в бизнес. Да, нормальная пирамида. Но это не пирамида, да, это сетевой маркетинг. В общем, на самом деле, кому для активации контракта надо купить дорогой товар. А для активации контракта надо купить товар, который есть в магазине нашей компании, и разобраться в нем, чтобы быть профессионалом дела, да, чем ты хочешь заниматься. Зарабатываю. Здорово. Я тоже зарабатываю. Достаточно зарабатываю. Будет больше. Вам что? Сетевой маркетинг и пирамида – это абсолютно разные вещи. Могу скинуть очень классный подробный ролик по поводу этого. Только еды не надо кушать абсолютно. Как пришла в НЛ? Подожди, Славка, я же только что рассказывала, по-моему, специально для тебя, как пришла в НЛ. Вообще, абсолютно случайно пришла в НЛ. Хочу много денег, честно, хочу сколько? 8 миллионов в месяц хочу. Вот это моя цель, выйти на 8 миллионов. Нормальная цель? Так жарко, на самом деле, что-то стало. Пойду выйду. О, там Игорёк уже с кем-то. Что у меня с дикцией?
Слушайте, ну быстро приходится говорить, наверное, с дикцией плохо. ЕД круче КСБ. 8 миллионов. Нет. Восемь миллионов хочу, да, в месяц зарабатывать, и считаю, что это абсолютно нормально. Ну вот так вот госкорпорации не получают, а у нас, наверное, возможно получать. Как я пришла в НЛ? Ребят, ну я столько рассказывала. Сначала я пришла исключительно, скорректировав свой вес на этом продукте, да, а потом услышала от Олега и Ани Черняховских, Олег, который, классные ребята, вообще суперские, которые зарабатывали на тот момент, когда мы с ними познакомились, по-моему, 1,5 миллиона или 2 рублей. Но я услышала и поняла, что жить надо только так и никак иначе. Челюсть нет. Нет, челюсть не вставная, все мое родное. Езжу в поезде, да, в поезде езжу в люксом всегда, да, предпочитаю, люблю поезда вообще очень сильно. А ролик Цацулина, вы знаете, я не имею к этому абсолютно никакого отношения. Поэтому это все к Игорю. Я ни с кем не вступаю ни в какие передряги, да. Я делаю свое дело и никогда никого не оскорбляю, ничего такого не делаю. Поэтому если Цацулин сказал одно, Игорь решил на это, на что-то дать свое опровержение, это сугубо его личное дело. Скоро Игоря кинут. Слушайте, да нет, не кинут на самом деле. Просто сейчас он чуть-чуть наиграется вот в это во всё. Мы будем с ним зарабатывать очень большие деньги. Как в семье восприняли, что ты сетевик? Да я взрослый человек на самом деле и думаю, что могу делать абсолютно в этой жизни все, что хочу. А так как зарабатываю деньги, воспринимают хорошо. Почему не замужем? Ну, не нашел, не родился еще такой, на самом деле, мужчина, который... А знаете, почему Ксюша не замужем? Потому что вы пишете всякую гадость. И вы не по-джентльменски понимаете, поэтому она не замужем. Потому что мужики как бабы пошли у нас уже. Что-то там воняют, что-то там говорят, диванные эти. Тату... Боксеры, диванные боксеры. У меня нету тату, и честно, я вообще... Ну, я не имею ничего против, да, татуировок. Я даже хочу одну сделать себе, вот такую вот. Вот, но это все попозже. Вот. Гостиным, ты стоишь рядом, меня аж прямо даже жар кидает. Ну, иди обратно. Василию, уйди. Кто? Ну, иди обратно, давай с тобой вместе отвечать хорошо на вопросы. Ты сможешь провести встречу с моим менеджером? Нет, не могу провести встречу с твоим менеджером. Ксюша, 25. А сколько? Я откатил жестко, зато я natural, у меня мышцы натуральные. Что он откатил эту штуку? Я полгода без, я чистый, естественно, я откачу, ребят. Откатил, но я вешу 107 кг. Это значит, супер круто выглядишь. А, да, он очень хорошо выглядит, вообще без одежды. Смотри, давай, смотри. Оп, смотри, просочек, все дела, все как надо. Да, он очень хорошо выглядит, вау, вообще безумно. Все рельефно, все круто. Сколько сейчас рука, не знаю, не меряю, но будет 55 осенью, если вы меня будете верить, я выйду 8 с 8 это 3-7 говна. Отвечай за базар. Это я или он? Если я, то за какой? Я тоже отвечу за базар, за какой? Давай. Ты же сказала, будешь помогать. Ну, буду помогать, если ты в моей структуре. Я просто не очень, наверное, поняла вопрос. Твоим менеджером я всем буду проводить встречи с утра до ночи, если понадобится, 24 часа в сутки. Сколько я заработал, 1 числа каждого месяца я буду показывать свой доход. В Инстаграме. Мы не продаем, говорите, Игорь, вы троллите. Ну, постой со мной рядышком. Ну, что ты? Мне с тобой так приятно находиться рядом. Ну, давай, рядом. Мне тоже с тобой приятно находиться. Ой, часто волосы поправляю. Этот мужик черт по жизни, видишь, тебя спрашивают. Этот мужик черт? Какой мужик? Я.
Не-не-не, как черт? Что такое черт? Я просто... Черт это значит крутой чувак. А, да, он черт. Налоги платим, конечно, естественно. Где ответ Цацулину? Ответ Цацулину на канале «Мясо по ГОСТу» единственное видео первое. Пожалуйста, давайте не будем говорить про Цацулина. Вот эта тема вообще неинтересна абсолютно. Мне сегодня ребята скинут опровержение цацулинских слов, так что все в порядке. Чем он пахнет? Кто он? Хорошо пахнет. Я пахну любовью и справедливостью. Вот так вот. Не, мы не так похожи, как хотелось бы. Там детский ответ, просмотр. Балабол, кто? Игорь, наш агент, мы его внедрили, чтобы он развалил вашу контору изнутри. Пожалуйста, давайте не будем сейчас общаться про Цацулина. Мне это на самом деле неинтересно. Ну, не надо гадости, ребята. Ксюша, глаза загорелись, как он подошел. Все спалилось. Ксюша, меня тайно влюблена. Безответной любовью. Ладно, Ксюш, давай, это твоя минута славы. Когда закончишь, нужно фотку сделать общую. Нет, на самом деле у меня горят вообще по жизни глаза. Вот, особенно сегодня закрытие месяца, понимаете? Вот, а я вот... Ксюше нужны деньги, чтобы поехать в Рим. Да. И вы нам палки в колеса вставляете. Второго числа, Игорь, уже ходят слухи, что Энель хочет разорвать с тобой контракт первый раз. Ну и ладно. Это кто такое говорит? Нет, это неправда. Ну вот видите, это гонево. Вообще. Отвечайте за свои слова. Откуда услышали? Ну-ка, первый источник. Ну-ка, отвечай за свои слова, тролль. Все, потерялся? Съешь шоколадку от Энель. Блин, я столько их съела. Тихо. Ну не надо, зачем? Не бань ты. Я уже столько съела на апрель. План написали. Слушайте, мне кажется, что мне надо в апреле слетать отдохнуть. Я полечу в апреле куда-нибудь отдохнуть и попить вина. Потому что я не пью, но... Не пьем, полетим. Мы вообще против алкоголя. Полетим. Мы за Energy Diet. Мы против табака, алкоголя, мы за Energy Diet. Йоу, йоу, йоу. Надо песенку сочинить такую крутую. Ксюш, сколько ты зарабатываешь в месяц? Слушай, ну, делиться не готова. Она зарабатывает столько, чтобы ездить за рубеж и кататься на спортивной тачке каждый день. Не верь сразу себе. Только она зарабатывает. Наварская вас спасет. Нет, уже не спасет. Ей бы самой спасение не помешало. Какой самый крутой продукт в Энель? Ты знаешь, на самом деле, продукты все крутые. Мне нравится крем для рук. Для меня это самый крутой, потому что... Маска, да. Потому что у меня очень проблемная кожа, и этот авитаминоз меня задолбал. И я неделю уже мажу руки кремом, и смотрите... Забудете мои руки? А кто тебе посоветовал? Конечно же, Ксения счастливая. Мой любимый наставник мне посоветовал. Слушайте Ксюшу. Еды круче, чем станозолол. Ребят, вопрос некорректен какого-то придурка, потому что еды это функциональное питание, это даже не спортпит, а станозолол, это наблизительный сырой. На самом деле все хорошее, вся косметика, все шампуни, все БАДы, все чаи, да, средства для дома отличные. То есть спортпит появится 2-3, будет в Москве презентация Кати Усмановой, да, и она презентует... А меня не позвали, да, правильно? Не знаю, я, короче, выскочками, меня не хотят, чтобы я рекламировал Energy Pro. Ну ставьте лайки, я буду их себе. Блин, Ксюш, ты меня столько популярности мне дала, вообще круто, спасибо тебе большое. Ребята, вот вам тоже спасибо большое, что вам нравится Ксюша. Скажите, она клевая. Ну скажите, что она клевая, ей будет приятно. Мне будет очень приятно, а с самым клевым я хочу на свидание сходить. Да, у меня ненадежные подписчики, могли бы ради приличия поддержать, а то все против меня. Бросайте Энель, готовьте Ксюшу в бикини. Так мы будем готовить в бикини и еще и на Энель. Вы представляете? На самом деле реально очень вот первое, что я сказала гостю, Игорь, раз мы с тобой вместе, рядом, да, в бизнесе, все, давай готовить меня. Вот что я тебе сказала, что с моей харизмой и внешностью таких больше нету. Блин, понимаете? Я займу первое место. Понимаете, что Ксюша, она такого уровня богиня, что ей как бы наплевать на все эти соревнования, потому что соревнования это штамповки, это шаблоны и ксерокопии. А для ее уровня ей достаточно подчеркивать только свою уникальность и, ну, она такая одна единственная. Как бы она об этом знает. И ей не нужны соревнования для подтверждения того, что она самая охуенная. А мне кажется, что сейчас он в меня тайно влюблен. Нет, я влюблен в другую женщину. Здрасте. Что там, Игорь? Привет. Как, братишка? Привет, братишки. Я в порядке. Вы к нам? Смотрите, со мной здороваются все, кто приходит в офис НЛ. НЛ круто. О, вот так вот. НЛ круто, во.
Я для этого татушку сделал. Ой, ну что, ребят? Блокирую всех говняков, которые троллят. Я так и делаю. Спасибо, братан. Я их всех уничтожу, всех в бан, всех к Аиду. Аид, кстати, назначен. Ксюша, найти в инстаграме Ксения Лорен. Ксения Лорен с банкой Energy Diet. Это Ксюша. У меня открытый профиль, все открыто. Заходите, пишите, звоните, пишите WhatsApp лучше, если что. Игорек, ну ты вообще опустился. А ты можешь подержать, пожалуйста? Да не надо, просто подержи чуть-чуть, а то я уже устала. Давай, а давай, я давай. За тебя подержусь. Не-не-не, ты что, тут субординация надо соблюдать, мы же на какую? Работе. Какую? Мы на работе. Ну, видите, мы даже в одинаковых ходим, в футболках. О, медалик. Давай дальше. Как вы думаете, мы были бы хорошей парой? Были бы хорошие, если бы не моя любовь. Господи, какая любовь трехдневная. Ксюшина фигура. Там есть в инстаграме последняя фотография. Даже. У Ксюши офигенная фигура. Даже Ксюшиной попы есть. Чем Energy Sport? Так, Миронова не хватает. Миронова? Да пошел. Слушайте, Миронов, вы же помните, да? Давайте на самом деле, вот эта фамилия уже как бы... Я понимаю Миронова другого. Андрей это... Миронов, актер такой был, помнишь? Обожаю, великий. Его люблю. Я тоже обожаю еще Миронова. Политик есть Миронов. Мы хотя любим Миронова, ребят, хотя бы мы обожаем Миронова. Они раньше смотрели... Или сними полноценный видеообзор на ЕД. Я его сниму только в том случае, если Цацулин снимет обзор на мой... ответ ему, и тогда я ему кину ответку. Видео на видео, такой договор. У Цацулина время, кстати, одна неделя. Я ему сроки обозначил. Если он не выпустит видео и не задаст мне вопросы, значит, он проиграл, и спор закончен. Угу. ВКонтакте как записано? Ксения счастливая. Или Ксюнечка. Ксюнечка счастливая, ну, на английском так, языке. Да. На русском, по-моему. Да, ну ладно. А Наварскую любите, да? Это кто, кто? Прошлую чуть-чуть люблю. Это моя бывшая девушка. А? Формят мяса, это мой формат. Ахаха, да, Игорюк? Да. Мясо по ГОСТу придумал я. Я его могу трансформировать, как мне захочется. Вам нравится, помогайте мне. Не нравится, идите в другие паблики. Я же для вас стараюсь. Я вам делаю движуху. Вам же интересно заходить в мои паблики и узнавать, а что сегодня Гостюнин придумал, блин? А сейчас я вам буду выносить мозг каждый день. Просто не надо меня стараться понять, просто принимайте такой, какой я есть, и все будет хорошо. Почему? Что там? Я просмотрела вопросы про Миронова и про все остальное. Да и ладно, личку какую-то бывшую мы не обсуждаем, это неинтересно, это все хорошо. 29 людей в паблике, ну и ладно. Паблик «Мясо по ГОСТу» сегодня будет переименован в ГОСТ, и вместо 29 людей я получу 30 тысяч. Правда, отсеется много, но не страшно. Нравится. Игорь, почему ответ у тебя не на то видео, или позже будет? У меня ответ на то видео, на то. У меня ответ такой, какой я посчитаю нужным. Ты вообще такой деловой, это мой перископ уже сейчас. У меня рука затекла, слушай. Ребят, в общем, про бизнес все расскажу. Заходите. Делай так, пост и контакт, будут видео с тренингом, будут видео с тренингом у него на канале. А еще он меня будет, может быть, когда-нибудь готовить. Да? Фитнес-бикини? Да очень тебе хочу. Это нафиг не сдалось. Ты да я хочу охуенная. Просто... Да я знаю. Представляешь, еще и на сцене такая. Да ты и так на сцене. Вот прямо сейчас на тебя смотрят 76 человек. Ужас какой. И так на сцене все тебя прикованы и все тебя любят. Я хочу 1000. Салмаза, когда видео? Видео скоро. Скоро. У него основное видео не то, которое про бойцов ведь. Да мне пофигу, какое у него. Мое мнение, его основное видео про бойцов. Вот мое мнение таково. Переубедите меня. Ну давайте перестаньте уже говорить про Цацулина, про Миронова. Вообще про вот... Ну это вообще не имеет никакого отношения ни к бизнесу, ни к чему. А классический бизнес не лучше? Классический бизнес, когда перетягивается одеяло на себя, все. Нет, это не лучше. Это хреновые партнерские отношения. Классический бизнес, нет, он отличается очень, на самом деле, от сетевого бизнеса. И просто можно на эти темы очень-очень долго, да, говорить, но все равно спустя буквально еще какое-то время, да, красивая. Все... Я вообще, мне кажется, я такая некрасивая вообще у него нет, в этом. Скажите, что вообще красавица. Просто я вот смотрю на себя, и так я себе не нравлюсь почему-то вот именно в его... Пора телефон просто менять какой-то, вот он вообще... Да нормально. Няша, а не фитнес. Да я хочу быть и фитнесом тоже. Няша быть намного лучше. Да, ну ладно, тогда хорошо.
занимается занимался, Игорь, конечно, традиционным бизнесом. И Ксюша занималась традиционным бизнесом. И до сих пор я занимаюсь. Все мы занимаемся. Правда, я об этом не рассказываю для вас, я просто качу. Ой, какие красивые девочки у нас есть, смотрите. Ничего себе. Девушка, вы очень красивая. Спасибо большое. Вау, мне кажется, это твой вкус, Дастин. Я уже с ней познакомился, ее зовут Даша. Очень красиво. Вот так вот. Так что... Не, у меня есть уже маленькая. Да что у тебя есть? Успокойся. Я бы сказала, что ладно, у тебя все. Есть. Я оставляю тебе опять твои минуты слова. Пошла. Давай. У меня скоро зарядка сядет, кстати. Ребят, мне нужно фотографию выкинуть. Интересно, на самом деле, если вам про бизнес, пишите, пожалуйста, я вам все расскажу. Приходите работать с нами, у нас здорово, весело, классно, у нас лучшие наставники, у нас лучшие ребята, которые зарабатывают очень-очень много денег, мы будем абсолютно делать так же, будем отдыхать, тусоваться, и все будет здорово и классно. Зачем забанили меня, Ксюш? Кто? Не знаю, наверное, ты сказал какую-то гадость, которая ему не понравилась. Оскорбление навсегда банятся сразу же. Так, ладненько, Ксюш, может, да. Хватит уже? Все, ребят, сейчас оставим все мои данные. Если вам интересно, я буду выходить в Перископ. Стоп, и подписывайтесь на меня. Вот вопрос, почему Игорь говорит, что у Трампа есть сетевой бизнес? Я не говорил, что у него есть сетевой бизнес. Я говорил, что он сторонник сетевого бизнеса. Не переиначивайте мои слова, я вас все равно уделаю по софизмам. И Цацулина, а я его уже уделал. В моем понимании я уже его уделал. Если Цацулин считает, что я его не уделал, пускай напишет мне видеоответ. Я к нему подготовлюсь, так же, как он готовится к своим видеоответам. И дам ему ответку еще разочек. Потому что я же Гостюнин против Цацулина, часть первая, выпустил ролик. А еще будут много частей. Вы думаете, пока я не разберу NL International до каждого винтика, до каждого шпунтика, до каждой баночки и каждого горшочечка, я не отстану. У меня в кармане. Может достать. Что такое? Привет. Смотрите, какие у нас красивые женщины в офисе. Вы где-нибудь видели таких? Чтоб их столько было много. Ребят, вы что? Все, ребят, пока. Я пошла. Я тут вообще в раю, в Малиннике. Но мне не хватает одной женщины. Не знаю, о ком он все время говорит, о какой-то... Она знает. О какой-то, как ее... Мифической гире. А какой-то как не мифической, а... Господи, как же называются-то эти... В розовом кролике они продаются у моего друга и Максимилиана. Брата? Если ты, кстати, смотришь, Максимилиан... Ксюша самая красивая. Ой, спасибо. Напиши мне, пожалуйста, может, это моя судьба? А ты его, что ли, заблокировал? Нет, Игорек тут написал, тут человек написал, что он обосрался. Я его решил, пускай он какает там у себя. Короче говоря, ребят, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Перископ, ставьте лайки. Ставьте лайки. А прикол в том, что в Перископе нельзя дизлайки ставить. И вы прикиньте, какой я был. И в Инстаграме тоже. Я уже начинаю. Вот бомбит у хейтеров сейчас. Ах, дизлайк-то не поставить. Пойду на YouTube поставлю дизлайк. Начинаю на самом деле заходить к себе во все паблики и ждать ваши сообщения по бизнесу. Ага. Вот так, и этого еще пошел нахер. Так, ладненько, ребят, все. Будьте добры, мне веселее и здоровее. Всего доброго, увидимся. Пока.